2012 год. Конкурс «Евровидение». В Баку наши любимые бабушки из Буранова тогда заняли второе место и стали известны всему миру. Тогда же стала известна и их заветная мечта – в селе построить храм. Мечта воплотилась в реальность. Вечно веславна наша вера православна. Теперь бабушки молятся за новое дело. Они решили открыть в Бураново Дом милосердия – приют для престарелых одиноких людей. В городских условиях люди очень быстро умирают. А вот тут деревня, воздух чистый, можно погулять, выйти. Людей видят они здесь. Люди ходят, в храм ходят, из храма люди приходить будут к ним. Я жду. Должен приехать. Да, в июне приеду. Своих родных в гости ждет Фаина Ибрагимова. Пожилая женщина уже полгода живет при храме. Ее сюда привезли из Екатеринбурга бабушки из Буранова. Единственная дочь далеко, в Германии. Когда-то звали, я не могу. Понимаете, когда я переезжаю границу, переезжаю на русскую землю, я начинаю плакать. Я не могу там. Строить Дом милосердия бабушки начали прошлой осенью. Уже есть фундамент и материалы на возведение первого этажа. Что удивительно, помогают пенсионеры, не какие-то там, скажем так, богатые люди, олигархи, а именно простые люди. Собирают свою пенсию и жертвуют вот на этот Дом милосердия. Без всяких каких-то корыстных целей. И в каждом из нас есть частичка добра. И ведь, как говорится, по нитке собирается нищему рубаха. Может быть, и здесь так получится. Понемножку, по кирпичику, но все подымется с Божьей помощью. В Доме милосердия смогут найти приют два десятка одиноких пожилых людей. Как помочь бабушкам осуществить мечту, можно узнать на странице ВКонтакте. Она так и называется – «Бабушкин домик». Вероника Ваулина, Василий Хохряков, Новости.